потрогать, сфотографировать и даже залезть в кабину. Познакомиться с военной техникой смогли взрослые и дети на традиционном празднике, посвященном Дню ВДВ. На одной площадке современные образцы парашютов, танки, снегоходы и многое другое. Все стоят на вооружении современной армии. Например, бронетранспортер МДМ, в простонародье «Ракушка», может пересекать реки и плавать. Вооружение ее – это два пулемета ПКТМ. Вот амбразура стоит и у командира. Давайте мы скажем, вот полковник. Экипаж, два человека и 13 человек может перевозить. Пока одни смотрят с гордостью и завистью, другие вспоминают боевое прошлое. Станислав Ионис служил в крылатой пехоте более 20 лет, получил 2 медали за отвагу. А у меня с детства была такая мечта. Ну так получилось. И у меня сын десантник. Внук вот тоже мой будущий десантник. В этот день суровые лица ветеранов освещают улыбки, ведь они встречают боевых друзей, вспоминают о важных и сложных событиях жизни. На груди у каждого сияют медали. Орден мужества получил 95-й год. Город Грозный. Вот, брали, когда взяли. Новогоднюю ночь. 94-95. Вот, 137-й парашют десантный полк. Некоторые ребята получили звание Героя России. Такой у нас мой друг, однокурсник Олег Еремецкий, погиб в 95-м году, борясь с иностранной интервенцией на земле Чечни, и был удостоен звания Героя России. Судьба у многих похожа. Призвали на срочную службу, окончили воздушно-десантное училище, прошли горячие точки. А вот в память врезается разное. Первый прыжок, быт, боевые товарищи. Ведь ВДВ – это братство, и бывших десантников не бывает. Не попал в ВДВ – радуйся, попал – гордись. Можно так сказать. Ну, тяжело было, ну как без этого. Ну, зато теперь всю жизнь до конца своих дней буду вспоминать службу ВДВ. В этом году воздушно-десантные войска отмечают 89 лет. Они образовались в 1930 году и были задействованы во всех вооруженных конфликтах на территории СССР. Поэтому объединяют не одно поколение. Дедушка просто воевал в Великую Отечественную войну. Вот, Федосеев Дмитрий Иванович. И как бы дошел до конца. Вот, был ранен много раз. А вообще вот он десантник, дедушка мой. И как бы, ну, хожу вот всегда и на 9 мая, и как бы для меня вот этот праздник очень, и мурашки, и такой вот настрой какой-то, и, ну, не знаю, очень такой добродушный день. Особое отношение к десантникам, я их очень уважаю. Стоит отметить, что 2 августа ежегодно отмечается под девизом «Рязань – столица ВДВ». Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».